Даша!
такой добротой вспоминать эту школу. Вам будут казаться те проблемы, которые были у вас в школе, такими детскими, такими надуманными и несуществующими. Потому что та жизнь, в которую вы вступаете сейчас, намного сложнее, намного труднее. И вот можно считать, что сегодня вот именно та грань, сегодня тот день, который вас отделяет от той жизни. Я хотел бы еще предоставить слово взрослым, которое вы дали вам напутствие перед тем, как вы войдете в эту взрослую и трудную жизнь. Я приглашаю к микрофону Мурашко Валентину Михайловну для того, чтобы она выступила перед вами с напутствием. Пожалуйста. Дорогие ребята, вот и все. Вы закончили школу. Вот и все, вы стали взрослыми. Ваше детство позади. И вы стоите на пороге самостоятельной жизни. Какой будет эта жизнь? Зависит только от вас. Я думаю, что в ваш адрес сегодня много скажут напутствий и пожеланий. И я начну первое. Да, мы живем в трудное время, нелегкое. Все хотят иметь шикарные квартиры, дачи, импортные машины, одним словом, миллионы. Но я не желаю вам этого, вот наш с вами прощальный вечер. Это все придет, поверьте, это не главное в жизни. Я хочу, чтобы вы сохранили теплоту своей души. Чтобы вы всегда, в любой обстановке, оставались людьми. Чтобы вы могли помочь людям в тяжелую минуту, независимо от того, родственник это или чужой человек. Чтобы вы помнили школу, помнили учителей, которые много вложили труда в вас. Не забывали, приходили к нам. Ну и в заключение своего напутствия я хочу прочитать вам замечательные строчки, на мой взгляд, из стихотворения Кима. Послушайте, пожалуйста. Будь беспокойным, не считай отрадой благополучие собственного рая. Дерзай, работай, ошибайся, падай и снова все сначала начинай. Не так легко, не так все это просто. И пусть в тебе горит огонь живой, огромного, святого недовольства самим собой. Добрый день. Продолжим на пушке для вас воспитательница детского садика. Очень волнуюсь, точно так же, как волновалась 11 лет назад, когда провожала вас в школу, таких маленьких, несмышленых. Я желаю вам, я зачитаю кому, чтобы никого не упустить, желаю вам, милые мои, Крутолевич Валя, Пашкевич Наташа, Герасимович Андрей, князь Дмитрий, Малафеев Сергей, Сипкевич Наташа, Александрович Валера, Губич Елена, Соболева Светлана, Сосковец Оксана, Христианова Наташа, Яроцкий Сергей. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Пусть в вашей жизни все ваши мечты исполнятся. Чтобы вы остались хорошими людьми. И хочу напоследок пожелать вам всем стихами. Желаю добра и нелегкой, но верной удачи, долговечных чернил золотого мира и любви неизменной, горячей. Я желаю того, чтобы